な。うん、このままだと遅れちゃうぞ。И всем привет, народ. Да. С вами Дороми. Вот. Это у нас Genshin Impact. Такое внезапное включение. Вот, да, у нас такого еще не было. И да, у нас тут сразу вот диалог, как мы проснулись. На прошлой серии, в прошлой серии мы остановились на том, что нам приснился какой-то странный сон, что там какая-то операция была запущена, типа допуск какой-то системы был активирован. Вот, ну да. Ох, теперь мы опоздаем, потому что кто-то не хотел расставаться с подушкой. Нам нужно бежать к Дуниарзаде. Вот, да, и на вот этом моменте у нас закончился сюжет. Все, да, у нас вон мультиплеер недоступен. Вот, да. И что это? Куда нам нужно сейчас? Наверх, да? Нет, на низ. Ладно. Давай пробежимся на низ тогда. Вот так вот. Угу. Доброе утро, Дуниарзада. Дуниарзада. Извини, мы опоздали. Да нет, это я слишком рано пришла. Ты так устала? Плохо спала? Я в порядке, не волнуйтесь. Идем, сначала пройдемся по лавочкам с этой стороны. Ладно, Дороми, ты чего застыла? Пойдем. Так. Я сейчас вот чего-то не догоняю, либо... Мы сейчас про... Ой, там еще и еду продают. Скорее, давайте посмотрим. Мы застряли в дне сурка? Что? Студент. Мы сейчас сюда подойдем, да? Камалу. Знаешь, как будто бы перепрошили нам память, и вот типа все по новой. А тут продаются блюда для пира Хафтмева. Вы весьма осведомлены, госпожа. А я думал, что сейчас об этом уже почти никто не знает. Сплошные растения. О, Паймон даже немного взгрустнулась. Кстати, а что это за пир Хафтмева? А, это один из обычаев Саб-Зероса. На стол ставили 7 видов блюд, символизирующие 7 добродетелей Дендра Архонта. Погодите, все кажется таким знакомым. Погодите, в пепле мы можем разглядеть форму Луны. Правда? А вот Паймон кажется, что это что-то съедобное. Хм, Луна означает... Я подсыпал, погодите-ка. И сейчас мы такие, да, даем ответ. Он в книгу подглядывает, что ли? А, да-да, Луна означает иллюзорность и обман. Ля, вот что это означало, вот это иллюзия, это обманка, это... Мы в как это называется, кротячая нора, да? Я не помню просто. Но если вы доверяете своей интуиции и преодолеете страх в своем сердце, солнце обязательно взойдет и на небосклоне. Кажется, мы такое уже слышали. Это дежавю, да? Ясно, спасибо, я буду иметь в виду. Ой, не за что. Я сам еще только учусь. Ха-ха. Все это очень увлекает. Ну пойдемте в следующий ларек. Давай. Пойдем. Пошли. Так, куда теперь? Дуниарзада, ответь, пожалуйста. Куда мы теперь будем идти? А, сюда, вот, к этому дяденьке, да? Рыцарь Фарис. 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 У тебя есть рис? А? Фарис. Фарис. Фарис.
Фарис. Ну что ж, маленькие солдаты, забирайте свою награду, сладости Калбих, и храните его в сердце верности малой властительницы Кусанали. Разойдись. Есть рыцарь Фарис. Это что, представление? Рыцарь цветов Фарис? О, рыцарь цветов Фарис. Это символ Сабзаруса. От него все детишки в восторге. Если бы не помощь Дуниарзады, дети бы не увидели рыцаря цветов. Кстати, а не хотите ли сладостей Ковбих? У меня их тут несколько коробок. Выберите ту, что вам по душе. А как выбрать? Они же одинаковые. В том-то и загвоздка. В коробках конфеты со случайными вкусами. В выборе вы полагаетесь на судьбу? Есть со вкусом фиалковой дыни, фруктохара и закатника, а также червяка и мяса, да, по-моему, или чего-то такого рода. Ой, как интересно. А еще есть со вкусом хвоста ящерицы и аникубата. Ой, а такие вкусы зачем? О, да, Роми, выбери ты. Пайма хочет с закатником. 4. Итак, тут 5 коробок слева направо. Да. Я выбираю номер 4. Ого, прекрасный выбор. 4-я коробка как раз с закатником. Ха-ха. Пайман так и знал. Тебе удачи не занимать. Кажется, дело не в удаче. Здесь явно что-то нечисто. Почему-то я знала, что это 4-й номер. А? Как же так? А, вкусы послучайные. Вкусы-то случайные. Почему я не могу избавиться от дежавю? Может быть, мы мало спали? Или наоборот, очень много? Извини, Дуниарзада, я тебя ненадолго оставлю. Да, конечно. А? Ты куда? Ты просто так уйдешь? Да, Пайман, нам надо разобраться. Вкус дежавю. Та что? О, опа! Здесь вот эта штучка. Подобрать. 80-я кассетка. Там сюда входим. Вот, да. Вот интересно, как мы выберемся с этой петли, а? Дежавю, говоришь? Пайман знает, что это такое. Это когда кажется, что это уже с тобой происходило. Вот и Пайман сегодня тоже что-то такое почувствовала, но видно, только так кажется, да? Зачем тебе вдруг сюда срочно понадобилось? Хочу сделать то, что обычно не делаю. Хочу пробовать избавиться от дежавю. Не, давай первое. Вот оно что. Ты нарочно хочешь сделать что-то необычное и проверить, осталось ли дежавю? Приветствую вас. Зашли перекусить? Что пожелаете сегодня? Кокосовую угольную лепешку. Будет сделано. Вы явно не местные, но вкус у вас отменный. Я передам ваш заказ на кухню. Кокосовая угольная лепешка? Это же такая черная и невкусная, да? А Пайман поняла, что ты задумала. Обычно ты ни за что бы ее не заказала. Ну правильно, я бы мог ее специально сам сделать. Ух ты. Ты правда собираешься это есть? Это как-то слишком. Приступим. Она как будто бы зевает, знаешь. Ну как? Да у тебя же на лице было написано, что она отвратительна. Да нет, вкус очень даже ничего. Неужели? Этот вкус... Я точно уже
ела эту лепешку. Невозможно, мы же всегда считали ее гадкой. У тебя вкусовое дежавю, да? Блядь, сердимся, вот тебе боль. И я никак не могу от него избавиться, кажется, я это уже пробовала. Пэмон тоже кажется, что мы бывали в этом ресторане много-много раз. Хотя, завсегда таями... О, господи. Завсегда таями? Этого места нас не назовешь. А давай выйдем и попробуем что-то другое. Ты знаешь, события набирают какой-то, да никакой сюжет, типа оборотик свой, вот. А, спасибо! А мы пошли дальше. Вы можете пока тем временем заварить себе чаек, приготовить печеньки, да, вот. Прожать лайкосик. Вот, вам не сложно, мне приятно. Также можете написать комментарий. Подписка на канал — это уже чисто ваше личное дело. Я. Попугай. Варабай. Опа, уже и вечер на улице. Ай, на той скамейке сидит Дунярзада? Дунярзада? Вот так встреча. Почему ты сидишь одна? Ну, я столкнулась с похитителями. Но Дэхи спасла меня. Но потом мне стало дурно, и я присела отдохнуть. Похитители? Святые архонты, тебя не ранили? Я в порядке. А вот Дэхи отцарапала руку. Но это ерунда. Ох, вот и хорошо. Но, Дунярзада, ты сегодня выглядишь подавленной, а ведь ты с таким нетерпением ждала Саб-Зарус. Да нет, не всегда такая. Просто физические нагрузки и переживания усугубляют мою болезнь. Кроме того, каким бы особенным ни был бы сегодняшний день, это все равно лишь один день. Еще немного таких дней, и мое время закончится. Пэмон не понимает, о чем ты, но Пэмон чувствует, что сейчас ты очень расстроена. Извини, что мы тебя оставили. Ничего, все в порядке. Со мной происходит что-то странное. Ты ничего странного не заметила? Что? А, что случилось? Ну, я задала. А у тебя никогда не было чувства дежавю? Как будто бы это уже все происходило. Дежавю? Нет, мои дни похожи. Мои дни похожи один на другой, как две капли воды. Даже если со мной что-то. Даже со мной, если и случалось чувство дежавю, я этого просто не заметила. Вот как. Неужели такое только у меня и у путешественницы? Нам пора. Что? Куда пора? Пойдемте, скоро Нилу начнет танец Саб-Зарус. А какой так и не исполнится, да? Обидно. Досадно. Хоть бери скриншот, делай. Вот здесь я советую. Ты недостаточно просвещена, чтобы выступать со мной в дискуссию. И сейчас тебе следует попросить кого-то разобрать эту оскорбляющий взор конструкции. Когда вернемся, вели секретарю подготовить указ, запрещающий публичные представления до следующего дня рождения. Ой, до следующего дня Джанагарбхи. Об этом будет объявлено позже через Акашу. Да, я извещу, как вернусь. Саб-Зарус. Празднуйте рождение своей богини сколько угодно.
Бля, это возможно, они там какой-то аппарат подключают. Типа, вот его фраза, типа, празднуйте свой Саб-Зеро сколько угодно, то есть... А почему? Ля, что-то тут не то. Нилу, ты в порядке? О, Дунярзада, великий мудрец приказал отменить выступление. Что ж, ничего не попинаешь. Ты же так этого ждала, я не хочу, чтобы ты сожалела. Мне и вправду жалко. Но я не хочу навлечь на всех неприятностей. Великий мудрец сказал, что они могут наказать организаторов, верно? Знаешь, в следующий раз у нас точно все получится. В следующий раз, наверняка, меня уже не будет. А? Ты что-то сказала? Нет, ничего, я пойду отдыхать. Спасибо вам всем. У Пайму в голове не укладывается, что эти бессердечные старикашки. Мне очень жаль. Почему-то я этого ожидала. Ой, Дунярзада уже ушла? Тогда и мы пойдем отдыхать. Нет, только не в кровать. Только не спать. Значит, так и ничего не понятно с этим дежавю. Может, мы просто устали? Как будто туман в голове. Я не так много размышляла, но голова почему-то такая тяжелая. У Паймон тоже, поэтому после обеда Паймон перестала думать. Давай тогда ляжем спать и притворимся, что это нам от усталости померещилось. А завтра что-нибудь придумаем. Полебелка. Она здесь не специально. Она здесь что-то замышляет. Это, знаешь, это как фамильяры у волшебников. Так это белка будет нам промывать мозги по ночам. Бип. Наблюдается умеренное снижение выработки энергии Джананы. Но значение по-прежнему осталось в пределах нормальных параметров. Продолжайте отслеживать отклонения в данных и как можно скорее выясните причину. О, Паймон так много спала. Почему же чувствует себя такой усталой? Ну ничего, пойдем дальше сзади. Что, опять? Нет. Ну это какая-то уже цикличная игра получается. День сурка, типа, вот, в собственной персоне. Так, где там она? Снизу где-то, да? Вот она стоит. Доброе утро, Дунярзада. Извини, мы задержались. Да нет, это я слишком рано пришла. У тебя голос какой-то уставший, ты плохо спала? Я в порядке, не волнуйтесь, идем. Сначала пройдемся по лавочкам с этой стороны. Хорошая идея, пойдемте, Дроми. Эй, Дроми. Это так знакомо. Какое сильное дежавю. Вот вопрос, это долго будет продолжаться у нас или нет? Если бы не госпожа Дунярзада, то дети бы не увидели Саб-Зерус. Хе-хе. Кстати, как насчет сладостей Ковбик? У меня тут несколько коробок, выберите одну. Как коробки одинаковые, и как Пэмэн должна выбирать? В этом весь интерес. В каждой коробке разный вкус. Продается зависимо... Бла-бла-бла-бла. Есть со вкусом фиалковой дыни, фрукта хара и закатника. Все такое вкусное. А есть со вкусом ящерицы и никубата. А, что это такое за вкусы? Пусть Дроми убирает, Пайма хочет с закатником. Хорошо. Чисто 4-4-4-4-4-4, давай выберем. Ого, мне нравятся твои
Твоя уверенность в себе. Ни капли сомнения. Ну что ж, поздравляю, 4-й номер со вкусом закатника. Память ни каплики не хвасталась, когда говорила, что Дероми очень удачливо. Второй со вкусом Хара. И другие вкусы не интересуют. Ой, стой, откуда ты это знаешь? Неужели тебе известны вкусы со всех коробок? А что? Она все вкусы угадала? Это же не совпадение, да? Как такое возможно? Конфеты я еще утром по коробкам разложил и больше не открывал. Ты никак не могла знать заранее. Ты читаешь мысли, видишь сквозь предметы. Что за магия? Вот так чудеса. Дороми, а ну-ка объясни. Пайман, давно у тебя такие суперспособности, Дороми? Лоли Архунт! Эй, ты куда? Так, нам все, нам Самзар уже не интересен. Нам туда. Он, поли, она бежит! Ай! Так, спокойно, это всего лишь игровой персонаж. Это всего лишь Лули Архонт. У меня есть большой Электро Архонт, да? И будет Дендра Лули Архонт. Есть Милф Хорн. Есть Милфа Хорнт. Есть Милф Архонт, а будет Лоли Архонт. Хотя у нас есть уже и так первый Архонт. Ну окей, ладно. Куда дальше? Нам сюда. Окей. Она ушла? Или что? Мы ее догоняем? Или нет? Как? Что? Куда? Опа, воробей. В клетке. Что ты ищешь? Зачем мы сюда пришли? Так знакомый силуэт и сильное чувство доживем. Дороми. Вон там. Это же. Опа, и воробей пропал. Куда она нас ведет? Поли, кусанали! Это кусь? Анали. Это кусанали. Поли, еще будем тупо разговаривать с Архонтом. Опа, Дунерзада. Смотри, это же Дунерзада. Такая, что? Как же так? Откуда взялось две Дунерзады? Ты уже поняла, что это не первый твой Саб-Зарус, не так ли? Уверена, ты знаешь, как этим пользоваться. Капсула знаний? Откуда это? А что внутри? Ты тоже воспользуйся, Пайман. Ой, откуда ты знаешь, Пайман? Давай вместе, Пайман. Пайман немного тревожно, но Пайман чувствует, мы поступим правильно. Все, теперь мы архонты. Что? Воспоминания за множество дней. Это наш 20-й Саб-Зарус. Ля, 20-й. Или же даже 30-й, 40-й. Сколько же Саб-Зарусов мы отпраздновали?
Мы застряли на одном дне. Если бы не ты, то мы бы даже не узнали. Что же такое внутри капсулы знаний? Воспоминания еще немного путанные, да? Ну-ка, повспоминайте хорошенько. Это не наш первый раз разговора. Я уже всем вам объяснила. Давай подумаем, значит, это капсула знаний. Лишь способ показать нам воспоминания, а на самом деле наша память ожила из-за встречи с тобой. А как же другие люди, почему ты только нам помогаешь? Ваши чувства дежавю сильные, сильнее, чем у других, верно? Если вам нужно объяснение, вы благословенные силой Дендра. Поэтому ваши тела особенно чувствительны. Это как будто тонкая бумага отделяет ваше сознание от воспоминаний. А что не так с Дунярзадой? Какой знакомый вопрос? Ты уже седьмой раз спрашиваешь. Как видишь, она очень слаба. Наверняка вы обратили внимание, что нынешняя Дунярзада отличается от той, что вы встретили в начале. Перед вами первая Дунярзада, и времени у нее осталось немного. Так мне сейчас надо... Кажется, в голове у тебя уже все встает на свои места. Кстати, меня зовут Нахида. Так стоп, это не Кусанали? Нахида. Я знаю, ты уже говорила. Хорошо, проверка пройдена. Что происходит? Ты можешь вернуть нам память? И кажется, знаешь, что вокруг творится. Погоди, только не говори, память, что ты не знаешь правду. Все в этом мире движется по кругу. Это называется сансарой. И все мы застряли в сансаре одного дня. А правда? Правду вы должны найти сами. Если вы ее не осознаете сами, а вам кто-то расскажет, это сильно ударит по вашему рассудку. И за последствия я не ручаюсь. Я немногим могу вам помочь. Дать крупицы информации или малюсенькие подсказки. В остальное время я буду изо всех сил пытаться замедлить болезнь Дунярзады. Угу. Ей совсем нехорошо. Как будто бы с каждым Сабзарусом ей все хуже и хуже. Возможно, я смогу спасти ее, если мы вернемся из этой сансары. Но сейчас она всего лишь маленькая птичка в небе, которая вот-вот потеряет свои последние перья. Все, что я могу сделать, это поднять ветер, чтобы замедлить ее падение. Какие странные у тебя сравнения? Сравнения? Прекрасный инструмент. С ним ты можешь использовать известное, чтобы поднять незнакомое. Понять незнакомые. Итак, с учетом полученных вами сведений, как вы теперь думаете, в чем правда? Дай-ка мне собраться с мыслями. Так что? Так в состоянии раздумья выбирайте любую запись, чтобы трактировать ее в процессе трактировки записей. Пройдите анализ. И могут выяснить новые записи. Записи после трактировки можно в качестве заключения. Так после трактировки некоторые записи можно соотнести друг с другом. Нажмите «Сопоставить», чтобы выбрать другую запись, и выберите «Начать сопоставление». С помощью правильных сопоставлений вы получите новые записи. Если одна из записей на текущей странице после трактировки происходит для заключения, выберите ее и нажмите «Подать заключение».
Это киток алхимического гадания. Так, речь великого мудреца Сансара Сабзаруса. Дежавю необычные. Так, а ну-ка. Так, трактировка. Это КГ может разговаривать. Так, необычные умственные утомления. Мой мозг так устал. Хотя не так уж много я думала, что происходит. Так, дежавю. То, что происходит прямо сейчас, кажется, уже случалось раньше. Это чувство становится все сильнее и сильнее. Угу. Так, луна, иллюзорность и обман. Что же все это означает? Так, речь великого мудреца. Великий мудрец сказал, празднуйте рождение своей богини столько, сколько угодно. Стоит ли за этим нечто большее? Да-да-да, вот это надо. Так, Сансара Сабзаруса. Так, мы уже много раз переживали Сабзарус. Кажется, праздник попал в бесконечную сансару. Сопоставить. Начать сопоставление. Кажется, что-то... Так, Сансара Сабзаруса... В смысле нет. Вот. Так, в смысле... Дежавю, да? Временная петля. В этом все дело. Ход времени зациклен в одном единственном дне. Ну, нам надо подать заключение. Речь великого мудреца. Вот, типа, великий мудрец сказал, празднуйте рождение своей богини сколько угодно. Стоит ли за этим нечто большее? Подать заключение. Нет, не так. Нам нужно все хорошенько обдумать. Я уже обдумал. Временная петля. Подать заключение. Временная петля. К сожалению, ты уже давала этот неправильный ответ. Как же неправильный? А вот пойму, кажется, что все логично. Такое ощущение, что время зациклилось в одном и том же дне. Простая временная петля не объясняет некоторых явлений. Вам все еще не хватает информации. Но, к сожалению, больше подсказок я вам дать не могу. Дунярзада. Хотя мы каждый день возвращаемся в Сабзарус, нельзя тратить время впустую. Поспешите и узнайте правду до конца сегодняшнего фестиваля. Да я говорю, что это вот тот дед, вот тот старик во всем виноват. Академия это все замышляет, а это все ее проделки вот эти. Давай-ка подумаем. Если мы хотим спасти Дунярзаду, мы должны найти способ выбраться из Сансары Сабзаруса. А чтобы мы смогли выбраться, нужно узнать, что происходит. То есть правду. Раз Нахида говорит, что это временная петля, то наверняка мы что-то упустили, да? Паймен помнит, что мы так уже много раз делали. Но давай снова поговорим с людьми. Все лучше, чем сидеть на месте и ломать голову. Давай начнем с владельцев лавочек. Так, ну окей, ладно, поехали. Так, нам в другую сторону. Это нам нужно сейчас спуститься на большой базар. Вот. И там, получается, да, поговорить с торговцами о различных лавок. Да. Там получается Сабзарус. А торговцы лавочек, они выше получается, да?
Ты, в смысле, ты упала? Я же наш уже. Я нажал в полет. Так. Опа, вот первый. Фруктики, да? Привет, дядюшка. О, снова вы? А где-то начитанная барышня? Она приболела. Ясно. Так вы хотите что-то у меня купить? Я могу заверить вас, что все мои продукты свежайшие. Только вчера из леса. А у тебя в последнее время не возникало странных ощущений? Ты не чувствуешь, будто ты застрял в одном дне? Не, давай так. А почему ты спрашиваешь? Вчера я вернулся из леса, а сегодня продаю товар. Что же тут странного? Ну, ты подумай хорошенько, действительно ли вчера было вчера? Правда ли ты вернулся из леса именно вчера? Что за философский бред? Вы на ходу спите и сны видите, что ли? Тогда вам следует знать, что нам, сумерцам, сны не снятся. Идите с кем-то другим, поделитесь своими грезами. В этом что-то есть. Может быть, нам все это снится? Он же сказал, что... Верно. Это так странно, что сумерцы не могут видеть сны. Но почему? В любом случае, если бы это был сон, мы бы давным-давно проснулись. Пойдем еще кого-нибудь спросим. Так, следующий это у нас кто? Это вот этот астролог, да? Студент. Ой, это вы? Мои предсказания оказались точными, и вы пришли меня похвалить? Да, с чем-то подобным мы и столкнулись. Но вряд ли... Да. Во-первых. Ой, я так и знал. А я говорил, что божественные предсказания очень точны. Вы просто еще не до конца поняли значение. Эй, гляди. Как бы удушевился. Вот мы и пришли, чтобы ты помог нам понять. Помочь вам понять? Ну, я не силен в этом. Хочешь сознаться, что ничего в этом не смыслишь? Так что у вас случилось-то? Мы застряли в дне Саб-Зероса. Так, давай нет. На самом деле, ты уже много раз нам судьбу предсказывал. Что? Погодите-ка. Я-то думал, вы кошелек потеряли, или вас кто-то надул? А вы говорите, вы это серьезно? Это случилось на самом деле? Пайман так и знала, что ты не поверишь. Поразительно, просто поразительно. Я верю вам. Я помню, что вам выпала луна. Это иллюзорность и обман. Это и вправду похоже на предназнамение. Так, тебе послушайте, кажется, что предсказание действительно связано с происходящим. А ты можешь дать там еще одно толкование? Я думаю, откровение послания Архонтам лишь туманные предсказания, нам смертным больше недоступно. В книге лишь говорится, что если вы доверитесь своей интуиции и преодолеете страх в своем сердце, солнце обязательно взойдет на небосклоне. Вот как. Пайман думает, что предсказание — это просто предсказание. Оно не решит над проблемы. Мы так ничего и не добились. Кого бы нам еще спросить? Давай как раз поговорим с Дэхией. Ой, Пайман помнит, что мы уже пару раз пытались, и она все время думала, что мы ее разыгрываем. Думаешь, она и сейчас от нас отмахнется? Она очень беспокоится о Дунярзаде. Мы попробуем показать ей настоящую Дунярзаду.
И правда, Дехи видноёмица, она очень ответственная. Так она точно нам поверит. Сейчас она только отбилась от похитителей. Пойдем ее разыщем. Пошли. Пошли. Да. Так. Дехья там. Лев. Левиц. Опа. Дунерза, да. Со мной все в порядке, госпожа. Это просто царапины. Мы не ошибались во времени. Вы обе здесь. Паймен и путешественница, вы как раз вовремя. Знаете, тут сейчас такое было. На вас напали похитители. Ты только что расправилась с похитителями. А, как ты видела? А почему не показалось сразу? Если бы кто-то охранял госпожу, у меня были бы развязаны руки. Ладно. Можешь сделать кое-что для меня? Ты хочешь, чтобы Дроми проводила госпожу отдохнуть, пока ты проверишь, не остались ли бандиты рядом? Пайман, правильно поняла? Откуда ты знаешь, что я собиралась сказать? Нам нужно сказать что-то крайне убедительное. Так, с умерцем не снятся сны. Нет, двуручный меч. Возможно, вот. Давай. Трактировать. Так, Дехья продала свой двуручный меч, чтобы достать денег, и она была ранена, потому что не привыкла к своему новому оружию. Так, необычные умственные утомления. Так, итог алхимического гадания. Давай вот это сначала. Так, мой мозг так устал, хотя не так уж и много я думала. Что происходит? Не, давай вот сейчас все протактируем. Так, луна, иллюзорность и обман. Что же все это означает? Так. Так странно, что сумерцы не видят сны. Тогда вот это. Подать заключение. Вот. Так, тебя ранили, потому что ты еще не привыкла к своему новому мечу. Ты продал свой старый меч, чтобы помочь в организации праздника. Этого я никому не говорил, даже госпожа. Вы не можете этого знать. Ха-ха-ха. Вы эти слова словно бы у меня с языка сняли. Как такое может быть? В общем, дело такое. Дело было как-то так. Вы хотите, чтобы я вам поверила? Знаете, мы в пустыне, может, и не блещем эрудицией, но здравый смысл у нас есть. А ты не заметила, что Дехи немного изменилась? Ой, Дунерзада. Она все время молчит, ничем не интересуется, очень грустная. Верно. Она переменилась, но я слышала от родителей госпожи, что сначала она была и такой. А сначала? Я не понимаю, о чем вы. Я пойду передохну вон на той скамейке. Госпожа, вы злитесь? Идем со мной, я покажу тебе доказательства. Ладно, раз уж вы знаете о моем мече, то, возможно, говорите правду. Только давайте быстро. Здесь может быть небезопасно для госпожи. Для куклы. Давай так скажем. Это кукла. Это кукла. Дехья. Это всего лишь кукла, так уж не переживай. Не, ну хотя переживать есть-то... Зачем, типа, это как-никак ее госпожа, ну, типа, все же. Это кукла. Это не настоящая Дунерзада. Прикинь, сколько людей сейчас вот это погружено в эту петлю, это капец. Опа. Нахида. Нахида. А мы не одни. Ты знала? А, ты занята? Кажется, я уже вам говорила, что нет смысла кого-то приводить. Нет, мы просто хотели показать ей настоящую Дунерзаду. Настоящую Дунерзаду? Где? И с кем ты говоришь?
А? О, я же сказала, что вы особенные. Другие не видят ни меня, ни госпожу Дунерзаду. Дэхья, пожалуйста, успокойся. Пожалуйста, не кричи на нас. Постойте, неужели там? Ты видишь ее? Какое мощное восприятие, неужели... Антенки. Невидимые отрасли. Там же госпожа Дунерзада лежит. Да, что с ней? Она в тяжелом состоянии, почти утратила сознание. А ты откуда знаешь, что она тут? Я чувствую ее присутствие. И кажется, она сожалеет или расстроена. Что же случилось? Теперь ты нам веришь? Сабзарус всего лишь повторяется. Все время повторяется. Вы дехте некоторое время все. Так поэтому ты подозреваешь, что это дело рук мудрецов? Да, мы с мудрецами вечно на ножах. Не удивлюсь, если они нарочно с помощью Акаши зациклили Сабзарус для своих козней. И правда, кроме Дондрахонта, в Сумеру только мудрецы из Академии способны на такое. Неужели Акаша — это нечто большее, чем то, что нам известно? Как правильно, Нахида либо Нахида? Я не знаю. Вот где знак вот это восклицание ставить? Куда? На какую букву? А, Нахида. Ты можешь нам что-то рассказать об Акаше? Точно. Ты ведь пробудила нашу память с помощью капсулы знаний. Наверняка тебе известно об Акаше. Акаша работает с помощью сердца Бога. Она воплощение силы божества и мудрости. Божество мудрости. Она... объединяет мудрость... всего народа и наделяет людей знаниями. Сердце Бога? Значит, Сумеру сердце Бога используют для управления Акашей? Теперь понятно, почему она такая волшебная. Так это ваша Нахида. Что она говорит? Она говорит, Акаша работает с помощью сердца Бога. Она воплощение силы божества мудрости. Она объединяет мудрость всего народа и наделяет людей знаниями. Конец цитаты. Объединение мудрости всего народа и наделяет людей знаниями? Погодите. Что такое? Наделяет людей знаниями. Это я могу понять. Ведь люди всегда получают свои знания из Акаши. Но как она объединяет мудрость всего народа? Это значит, что мудрецы умеют помещать знания в Акашу? Вряд ли. Знания Акаши появляются из Ирминсуля. Похоже на то. А ты что думаешь? И мы сейчас будем опять думать, да? Так, информация об Акаше. Так, информация об Акаше. Так, Нахида сказала, что Акаша работает с помощью сердца Бога, а она воплощение силы божества и мудрости. Божества и мудрости. Она объединяет мудрость всего народа и наделяет людей знаниями. Так, доживё. То, что происходит прямо сейчас, кажется... Ага. Так, хорошо, необычные умственные утомления. Так, мой мозг так устал, что... Ага. И смерца мне снятся сны. Так странно, что смерца не видит сны. Так, информация об Акаше. Нет, ага. Давай тогда вот это. А, да. В смысле нет. Тогда чисто методом втыка. Вот. Хочешь сказать, Акаша истощает разум. Если прислушаться к ощущениям, я чувствую такой тяжелый... Я чувствую, какой тяжелой стала моя голова.
Я помню, когда люди в пустыне стремились к знаниям, мудрецы говорили, за знаниями нужно, за знания нужно платить свою цену. Неужели объединение мудрости народа означает, что Акаша работает в обратную сторону и вытягивает мудрость из наших голов? Но как она это сделала? Кто же знает, если она может поместить знания в нашу голову, то, конечно, может наложить руки на наш разум, так ведь? Подробности нам неизвестны. А зачем это все? А ты подумай, если объединить мудрость всего народа Сумеру, то можно использовать Сумеру как гигантский разум. А в этом есть логика. Так, использование такого разума даст новые результаты в вопросах, над которыми бились величайшие умы. Потрясающие умозаключения, особенно в сравнении с Сумеру с гигантским разумом. А мне нравится. Тогда нам нужно поскорее снять с нас терминалы Акаши. Это же решит проблему, да? Стоит попробовать, боюсь, все не так просто. За дело. Я же просто для виду его носила. У меня и в мыслях не было, что мудрецы устроят такое. Я должна найти доказательства и всем рассказать. Вы снимаете терминал Акаши. А, то есть его так просто можно было снять? Как вы? Кстати, я еще кое-что заметила. А? О чем ты? Кажется, что в конце каждого дня мы слышим звук бип. Да, и Памин знает, о чем ты. Это как будто такой мягкий бип из терминала Акаши. Бип? Может, это сигнал, что Акаша работает? Такой же звук я слышала в Порт-Армасе. Это очень важная зацепка. У нас... Опа, вот Акашики. Так, у нас не было терминалов, но мы все равно слышали звук. Бип. Дроми, ты слышала? Я тоже слышала, и это нам не показалось, только что пикнуло прямо у меня в голове. Но мы ведь сняли терминалы Акаши, как же... Ля... Время выполнения фазы превысило ожидаемую продолжительность, возможно, для жертвы. Но мы не можем остановиться... На достигнутом. Так. И... Угу. Угу. Ага. Точка. Опять 25. Памин все вспомнила. Хорошо, в этот раз вы быстро сообразили. Вчера вечером. Да, мы же сняли терминал Акаши, а все равно услышали ее звук. Почему так? У нас встроен еще какой-то терминал Акаши. Мы только думаем, что сняли. Вот, но теперь мы точно можем можем сказать, что Акаша как-то связана с тем, что... завлекло нас в ловушку. Памин не понимает, зачем Акаша так делать, если ей нужна мудрость людей? Ну, мышки... На лабораторном столе крайне сложно получить информацию о том, почему с ней так обращаются. Если мы мыши, то кто тогда ты? Нахида, ты никогда нам ничего о себе не рассказывала. Я Луна. Луна? Это то, что нам нагадали? Вряди. Знание того, кто я такая, не приблизит вас к правде.
Так что сосредоточьтесь на другом и не пропустите какую-нибудь важную подсказку. Ну ладно, раз Дэхли вчера нам очень помогла, мы могли бы сначала встретиться с ней. Сейчас как раз самое время появиться похитителем. Угу. Хорошо. Так. Вы где? Я уже разобралась с монетами, госпожа. Вы не ранены? Погоди. Что-то тут не так. Ой, Дэхи. Что? Почему вы так на меня так смотрите? В этот раз тебя не ранили? В этот раз? И почему это меня должны были ранить? Эти трое бандитиков неудачек? Недоучек? Ты ведь еще не привыкла к новому мечу, да? Ты откуда про меч знаешь? Я никому не рассказывал. Смотри, не проговорись, госпожа. Значит, Дэхи ничего не помнит, да? В этой битве тебе ничего не показалось странным? Странным? Ну, например, вы знаете, что я поменяла меч, но почему-то мое оружие кажется мне очень привычным. Как будто с ним я уже прошла через множество битв. То есть, хотя ты не помнишь, что сразу, что сражалась с ним, но твое тело все помнит, да? Именно для наемников и воинов очень важна память тела. На одной теории далеко не уедешь. Дроми, ты что думаешь? Такого раньше не случалось, может потому что мы вчера сняли терминалы Акаши? Да, у Паймон появилась надежда. Может мы уже выбрались? Да-да, в этой сансаре такого не случалось. Посмотрим, когда день закончится. Я не понимаю, о чем вы, но здесь все еще опасно. Опасность еще не миновала, поэтому ты хочешь, чтобы мы отвели Дуньярзаду отдохнуть? А ты пока проверишь, не осталось ли других бандитов, правильно? А ты откуда знаешь, ты мысли читать умеешь? Неважно, делай, что тебе нужно. Угу. Опа, вот этот старпёр. Дед. Вот это Дед. Дед, да. Уф, наконец-то вечер. Дэхи не была ранена, но больше ничего не изменилось. Послушай, Нахида, мы заметили, что сегодня Дэхи не получила ни царапины в битве с похитителями, но ведь они всегда ее ранили. Как думаешь, мы выбрались из сансары, мы спасли Дуньярзаду? Да? Но прогресс определенно есть. Вам стоит хорошенько отдохнуть этой ночью. Эй, что за непонятный ответ такой? И всем известно, что завтрашний день наступит, но наступит ли он на самом деле, можно узнать только завтра. Сколько раз прошел сегодняшний день? Возможно ли, чтобы за сегодняшним днем последовал вчерашний? Разве слово «завтра» не выдуманное понятие? Или, возможно, весь мир — это ложь, а история всего мира — один бесконечный Саб-Зерус? Хватит, по-моему, мозг уже устал. Вот и не трать сегодня свою умственную энергию на то, что знаешь только на то, что узнаешь только завтра. Отдохните хорошенько, например, сходите в уборную и смойте свои тревоги. А, погоди, что ты сказал, по-моему, не ослышалась? Ну, после уборной люди чувствуют облегчение. Вот я и вам советую что-то не так. Это настолько странно и лишено здравого смысла, что упомянуть слов.
ты была такой экзистенциальной минуту назад. Ну, тогда пойдем отдыхать. Да, ходим с Абзарусе каждый день очень оживленно и весело. Но такое чувство, что мы очень долго не отдыхали. Давай вернемся в нашу комнату. Бип. Продолжаем сбор по сравнению с тем, чего мы должны достичь. Эти жертвы ничтожны. Он нас назвал ничтожными? Он нас назвал жертвами? Да, мы знаем, что тебе сделаем. И снова тот же день. Кажется, будто не так просто... Нахида, ты ведь знала, вчера, что Сансара с Абзарусом никуда не денется. Почему нам ничего не сказала? А зачем, чтобы вы зря провели ночь в тревоге? Завтрашний день все равно бы не наступил. Наоборот, этот короткий миг надежды позволил вам расслабиться. Это редкая возможность. Может быть, у вас в головах просветлело? Так значит, Нахида, ты заботишься о нас? Конечно. Вы все, что у меня есть, по крайней мере, сейчас. Оф. Да память лесным. И все такое. Но, может быть, ты слишком... торопишься? Я имела в виду, что... Хотя я вас прошу... Я прошу вас разгадать эту загадку. Только вы меня можете видеть и почувствовать. Иначе говоря, если бы не вы, то меня как бы не существовало. Поэтому вы все, что у меня есть, понятно? Нахида снова так непонятно говорит. Все довольно болтовни. Путешественница, есть ли у тебя новое понимание ситуации или принимать во внимание внешние подсказки? Временная петля — это ошибочное умозаключение. Ой, а почему ты вдруг отказалась от прошлой теории? Дехи каждый раз сражалась все лучше. Состояние Дуньярзады ухудшается. А ведь верно, мы раньше не обращали на это внимания. Но временная петля должна срабатывать состояние... сбрасываться состояние тела. И какая ваша новая теория? Телесная память, ток, информация об Акаше, Сабзарус, звук Акаши, давай. Так, звук Акаши, бип, извещает об операции Акаши. И мы слышим его каждую ночь, хотя мы сняли с себя терминалы. Интересная память. Наемники же полагаются на память тела. Вот почему Дэхи смогла использовать свой опыт и избежать ранения. Так, информация об Акаше. Угу. Воспоминания удаляются каждый день. Так, если все наши воспоминания о дне будут стерты в конце этого дня, то мы, наверное, будем переживать один и тот же день снова и снова. Подать заключение давай. Ладно. Мы не во временной петле, а наши воспоминания стираются каждый день. Точно, этот бип каждый вечер говорит о том, что наша память стирается. Вот почему после пробуждения все думают, что Сабзарус еще не состоялся. Хотя завтра уже наступило. Все думают, что это еще вчера.
Но память тела невозможно стереть, поэтому Дэхи все лучше и лучше владеет новым мечом. Вот где собака закрыта. Блестящий вывод. Нахида, ты скажи, мы правы? Как бы это сказать попроще? Это как поймать кристальную бабочку Пира и принять ее за светлячка. Потому что ты слишком доверяешь своим ощущениям, но не придаешь значения стилю. А, сути. Это совсем не проще. Опять мы ошиблись, да? Может, вам стоит еще поговорить с Дэхи, и вдруг узнаете что-то новое? Ага. Может, она даст новые подсказки. Идем. Хорошо, а пойдем мы к ней уже в следующей серии. Вот, да. А на этом у нас был Геншин. Да, всем, народ, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось прохождение от моего лица. Вот, да. Конечно, с небольшими запинками в тексте, но все же я буду стараться делать контент лучше. Да, и еще раз всем спасибо за просмотр. Можете поддержать данный видеоролик лайком, подпиской на канал. Также можете написать свое мнение в комментариях. И всем всего хорошего. И до скорых встреч. Всем пока-пока.